Зато у наших знакомых медвежат все в порядке. Пока человечество пытается победить коварный коронавирус, косолапые пациенты в Тверском центре спасения медвежат-сирот прошли строгий ветеринарный контроль. Все 13 малышей, среди которых и трое новгородских найденышей, абсолютно здоровы. Ветеринарный осмотр провели специалисты по диким животным из госпиталя дикой природы. Они уже более 10 лет курируют всех малышей, попадающих в этот медвежий интернат. Как и большинство детей, мохнатые подопечные боятся докторов и даже пытались протестовать и сопротивляться. Но от обязательной процедуры никуда не денешься. Медики проверили ушки, глазки, лапы, зубы и качество шерстяного покрова. Напоследок самое неприятное – вживление чипа с помощью укола приходится потерпеть. Подбодрить и успокоить Топтыгина голосом нельзя. Медведи не должны привыкать к человеческой речи. Поэтому вся процедура проводится в полном молчании. Остается только как перепуганного ребенка держать за руку, то есть за лапу. Всех новочипированных пациентов наградили вкусняшками за смелость и терпение и отправили отдыхать. Идентификационный номер занесли в книгу. Когда медвежата подрастут, они вернутся в родные леса. Во время осмотра ни медвежата, ни ветеринары не пострадали.